модное предложение дня. Сегодня в день празднования дня рождения. Юбилей телеканала представляет сегодня непревзойденная царица среди шуб. Самая яркая коллекция. Это бренд Алькато и наша шубка Алла. Я представляю сегодня действительно лучшую инвестицию в ваше будущее на долгие десятилетия. В этой шубе вы будете не просто королевой, а царицей в своем городе. Вас будут узнавать. Вы будете на пьедестале. Цена дня рождения 39 999 рублей, что на 20 тысяч выгоднее. И если вы оплачиваете картой сразу же, для вас действует еще скидка 5%. Микола, это старт, это лидер продаж. Шуба Алла всегда, да, то есть один раз в году, но такая долгожданная. Да, и для этого события, конечно же, дамы готовятся, ведь покупка шубы — это одна из самых традиционных, самых волнительных действий в каждой именно семье. Шуба Алла сегодня представлена в стилистике амбре, то есть перетекание от темных палей к более светлым. Правильное лаконичное у нас с вами окрашивание. А-образный силуэт, который дает возможности дистанционно приобрести данную шубу у нас с вами любому типу фигуры. И, безусловно, целостные шкурки с особой выработкой и выкрашиванием обеспечивают качество изделия. Данная шуба в каждой своей детали говорит о том, что вы роскошная. Итак, вы роскошная, вы красивая, вы необыкновенная, а это еще и натуральная шуба от бренда Алькато. Только роскошь сегодня. Микол, очень красивый цвет с голубым подтоном, да, у нас представлен сейчас серый оттенок, да? Да, это у нас с вами красивый графитовый серый цвет. Амбре от светлых палей начинает немного играть более темным. А пушка выполнена из норки у нас с вами и песца, что уже окрашено тоже в такой седоватый цвет. То есть по факту мы получаем нутриевую шубу с отторочкой из песца. Мой выбор теперь, конечно. Да, следующий выбор Елена Мироненко. Здесь уже окрашивание внутри под черный цвет. Она имитирует уже норочную фактуру. Здесь у нас с вами чернобурая лиса в виде отторочки. Корочки по капюшону. Кстати, шубы с капюшонами являются первыми при покупке в Российской Федерации. Уже шубки без капюшонов идут всегда на втором месте. То есть все-таки наши погодные условия требуют. Следующий оттенок коричневый, очень красивый, элегантный. Опять же, имитация окрашивания под норку, но здесь шуба уже не окрашена. Это как раз-таки редкие породы выводка именно в коричневом оттенке. Здесь черно-бурая лиса, опять же, в редком коричневом цвете окрашена. Чуть попозже объясню, почему является особой привилегией. И серый цвет, вы видите сейчас на экранах, это классический более светлый оттенок шубы. Вот он, смотрите, какой лаконичный. На нем больше всего проявлен как раз-таки и рисунок, и дизайнерский прием в виде формы медузы. Особенная коллекция, конечно, только один раз в году, только в первый день дня празднования, дня рождения телеканала Шоп-н-Шоу мы представляем шубу Алла, причем я сразу скажу, 20 тысяч рублей выгода, если вы приобретете ее сегодня, также вы получите сразу же вместе с шубой карту Прайма, это значит привилегии на 12 месяцев. И не забывайте, что каждый третий заказ для наших покупателей в течение с 1 по 9 октября это еще и бесплатная доставка. Ну и самое главное, три покупательницы с самым высоким чеком за предыдущий час в следующем часе получают подарки. Это первых три места, поэтому я считаю, шубу сегодня нужно выбирать обязательно. Микол, основной вопрос, конечно же, понятно, лидер продаж, шуба дорогая, достойная. Как мы выбираем размер все-таки? Да? Смотрите, бренд Алькато очень серьезно подошел к вопросу пошива шубы для нашего телемагазина. Ведь все-таки мы являемся нестандартным магазином. Здесь нельзя прийти, померить. Это все происходит дистанционно. Поэтому была выбрана одна из самых лаконичных форм А-образного силуэта, который идеально садится и подгружается под форму бедра. Идеально по длине, потому что ориентируется на ростовку среднестатистическую, которая принадлежит нашему каналу. В основном у нас дамы невысокого роста. Здесь плечевая основа расширена и покроена с помощью реглана. Обеспечивается также по подплечникам, что обеспечивает посадку для покатого плеча, чтобы шуба не провисала, а сидела, как у боярыни, достойно. Да. Свободный крой. Смотрите, сколько здесь запаса под рукавами. То есть под такую шубу можно надевать и блузы, и платья с объемным рукавом в виде буфов. Ну и, безусловно, конечно же, данное изделие имеет свободные силы. Поэтому
смело забираем размер в размер. То есть никаких других вариаций здесь не нужно. Берем четко размер в размер. Знаешь, я минус 35, минус 40. Я, знаешь, даже вспоминаю, как в прошлом году одна из наших телезрительниц, которая живет на Дальнем Востоке, которая работает там в администрации. Раньше она ездила, да, за шубами в Грецию, в Италии приобретала. И она у нас купила такую шубу. И она говорит: Лена, Микола, я была счастлива. Я, говорит, даже в магазин заходила по-другому. Я всегда себя чувствовала настоящей звездой, и даже когда я ехала в общественном транспорте, я видела, как на меня смотрят. Но помимо этого, конечно, дальневосточные морозы, да, и шуба себя показала только с самой лучшей стороны. Она действительно самая теплая, вот именно нутрия. А в Российской Федерации именно шубы из нутрии выбирают больший процент женщин. Почему? Во-первых, себестоимость все-таки ниже, шубы стоят дешевле, чем норковые или песцовые. Плюс мы с вами получаем данный продукт, который является самым износостойким и более выгодным для нашей с вами погодных условий. Почему? Нутриевая шуба и нутрия принадлежит к семейству бобровых. То есть она большую часть своей жизни проживает этот зверек в воде. Его шкурка с эволюции настолько привыкла находиться во влажной погоде, что ей не страшны это. Она не деформируется, она сохраняет именно свой ворс. И вы сейчас видите, как компания Альката обрабатывает и очищает данные шкурки. Кстати, напомню, данные изделия выполнены изнутри, которые выращиваются не в дикой природе, а выращиваются на специальных заводах. То есть данные зверьки лишены травм, царапин, повреждений шкурки и, безусловно, заболеваний. Поэтому шубы безопасны для вашего здоровья. Ну и самое главное, что каждая шуба от бренда Альката, она имеет свой номер. Давай расскажем, покажем, да, то есть свой личный паспорт того, что это действительно изделие из натуральной нутрии, и оно сертифицировано, правильно? Да, здесь у нас с вами, смотрите, стандартная бирка, в которую можно получить всю информацию, вот оно даже описание, рост на 170 стандартный, 96, 102, это у нас с вами получается как раз-таки 48 размер, да, который на 102, то есть может идти даже еще и на больший размер. Внутри вашей шубы будет находиться еще и электрочип. Вот, наверное, сейчас как раз Оля прям почувствовала, расстегнула. Вот он, с QR-кодом. Здесь наводите камеру своего смартфона, открывается вся информация. Кстати, такой паспорт не срезается. Он необходим для того, чтобы если вам подойдут и попросят показать оригинальность данной шубы, то, что она является не контрабандой, вы обязательно этот паспорт должны предоставить. Итак, любимые, только в день рождения шуба Алла с выгодой 20 тысяч рублей. В подарок еще карта Prime, поэтому выбирайте один единственный день.